Благое дело всегда находит своих сторонников. Измаильский детский фонд под руководством Евдокии Масленниковой оказывает помощь детям-сиротам и детям-инвалидам уже более 20 лет. И все это время находятся люди, готовые жертвовать свои средства. Недавно Евдокия Михайловна издала книгу «Жить, чтобы помнить», в которой рассказала историю еврейского подростка-сироты, чудом выжившего и спасшегося во время войны от румынских оккупантов. Вырученные от продажи книги деньги она решила использовать на нужды своих подопечных. Но с реализацией книги возникли определенные трудности. Решить их частично помогла наша землячка, живущая в Вене и пожелавшая остаться неизвестной. Женщина распространила часть книг в Австрии, в основном среди бывших измаильчан, параллельно рассказывая о деятельности детского фонда в Измаиле и о том, сколько детей нуждается в реальной финансовой поддержке. В результате проделанной работы и жертвенности наших земляков за границей денежную помощь по 500 гривен на днях получили 5 измаильских семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей-сирот. Снежана Стрепетова, веб-студия «Курьер».